В городском округе Люберцы прошел семинар для врачей-стоматологов. На встрече обсудили одну из самых актуальных проблем в этой медицинской отрасли – онкологические заболевания ротовой полости. Специалисты ведущих российских клиник поделились с коллегами полезной информацией. Обязанность стоматолога не только вылечить пациента и избавить его от зубной боли, но и предупредить развитие опасных заболеваний полости рта, в том числе онкологических. Семинар, который собрал врачей стоматологических клиник, посвятили этой важной теме, ведь статистика таких случаев неутешительна. Ежегодно мы выявляем порядка 600 тысяч случаев злокачественных новообразований различных локализаций. Это очень большая проблема для онкологической службы России. Научно-практический семинар прошел по инициативе членов Общественной палаты городского округа Люберцы, которые курируют вопросы здравоохранения. На встречу пригласили около 100 специалистов из клиник городских округов Люберцы, Дзержинский, Лыткарино и Котельники. Такая злободневная тема, как онкология, она не может быть не охвачена всеми слоями нашего здравоохранения. Поэтому мы вот организовали лекцию для частных стоматологических клиник по профилактике онкологических заболеваний в полости рта, по ранней диагностике, по онкоскринингу. В пределах Московской области подобная конференция прошла впервые, но чтобы повысить осведомленность пациентов и онконастороженность стоматологов, такие встречи станут регулярными. Врачи напоминают, что самой частой причиной развития рака ротовой полости является курение. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.